Свисток арбитра, первый удар по мячу, и матч начался. Перед товарищеской встречей Пенза-Белгород маленькие спортсмены нервничают. Соперник незнакомый. До этого команды на поле ни разу не встречались. Я очень волнуюсь перед матчем. Хоть это и товарищеский матч, но все равно нужно выложиться на матч. Тренировки у нас проходят хорошо, тренер хороший, учит всему. И мы стараемся лучше играть. Участникам матча 10-11 лет. Для гостей подготовили серию товарищеских встреч. В общей сложности ребята из пензенской школы номер 8 проведут со своими сверстниками 4 игры. На таких матчах страсти разгораются не только на поле. С трибун звучат совсем незнакомые детские голоса. Это белгородцы поддерживают свою команду. Дети все довольны, под впечатлением, в другой город, вы сами понимаете. Игра носит товарищеский характер. Главное, чтобы детишки играли, познакомились с городом, познакомились с нашей спортивной школой, вот, познакомились между собой. Кроме того, юные пензенские футболисты встретились с командой Академии спорта из города Шебекино. Это уже Белгородская область. Конечно же, победила дружба. Участникам вручили подарки от спонсора спортшколы номер 8 группы компании «Альянс». Она не только поддерживает сформированные ранее команды, но и совместно с руководством школы открыла новое отделение – женский футбол. Главная задача сотрудничества – поддержать перспективное направление детско-юношеского спорта в Пензе и регионе. А теперь положительные эмоции подарили и ребятам из Белгорода. Кстати, после этого матча команды расставаться не планируют. Они рассчитывают провести совместные открытые тренировки.